фигурному катанию на коньках подножием мотокорного восхождения. Среди девушек, выступавших по разряду первый спортивный, первое место занимает Елизавета Андреева. Второе место занимает Валерия Лукашова. Третье место занимает Елена Костылева. Поздравляю вас. Прежде всего, вы боролись сегодня сами с собой, своими страхами и со своими сложными контентами. Вы большие молодцы. Желаю хорошей подготовки.